Главная идея выставочного проекта «Матер Материя» – разрушить социальные стереотипы, сопровождающие тему материнства. Куратор выставки и ее идейный вдохновитель – близкий искусствовед и журналистка Елизавета Михальчук, мать и женщина, занимающая активную жизненную позицию. Разбивать социальные стереотипы ей помогают 10 белорусских художниц. В своих работах наши современницы по-разному видят тему материнства и по-разному проецируют ее на зрителя. Хочется выходить за пределы этого стереотипа, за пределы этого визуального клише и давать другие визуальные образы, которые помогут женщинам самим и, опять же, имеющим и не имеющим детей, как-то себя с этим образом матери гармонизировать, то есть понять, что если ты не всегда такая вот Мадонна и не всегда так себя чувствуешь в своем материнстве, это нормально, потому что есть абсолютно еще миллион других граней. Экспозиция разбита на несколько разделов. В каждом – эксклюзивный взгляд автора на роль и место женщины в современном мире, ее переживания, мысли и действия. Цель – заставить зрителя думать и задавать вопросы себе, художнику, обществу. Каждая женщина, вне зависимости от того, родила она ребенка или не родила, для нее эта тема всегда, всегда актуальна, всегда под вопросом и всегда очень персональна. Ну, то есть эти переживания невозможно свести к одному какому-то тексту, к одному какому-то визуальному образу, поэтому вот у нас, да, такой калейдоскоп сейчас. В планах организаторов познакомить с выставкой зрителей в других городах. В Бресте выставочный проект «Матер Материя» экспонируется в галерее пространства КХ до 13 мая, чтобы познакомить брестчан с самой загадочной историей неординарной женской судьбой. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.